Ребята, сегодня мы с вами будем лепить картину из цветов. Нам понадобится какая-то основа, картонка любого цвета, какой вам понравится. Коричневый пластилин для веточек, зеленый пластилин для листочков, желтый пластилин и у меня это розовый пластилин. Мы с вами такие цветочки уже лепили объемными. Сейчас попробуем сделать картину. Для начала отрываем небольшие кусочки коричневого пластилина. Много. Из этих кусочков мы будем делать веточки. Каким образом? Разминаем каждый кусочек и лепим из него длинную колбаску. Длинную тонкую колбаску. Для этого нужно посильнее нажимать на пластилин, когда раскатываете, и долго раскатывать. Таких колбасок нужно сделать много и разной длины. Теперь берем эти колбаски и приклеиваем к картонке. Нажимаем посильнее, чтобы держалось крепко. Получились вот такие веточки. Теперь на кончик каждой веточки приклеиваем сердцевинку цветочка. Скатываем шарик желтого цвета и приклеиваем. И так на кончик каждой веточки. Вот получилась такая веточка с желтыми сердцевинками. Теперь отрываем по кусочку розового пластилина или какой вы выберете сами. Точно так же делаем шарики, раскатываем в двух пальчиках, в ладошке, как вам удобно. Шарики расплющиваем и получается лепесток. Лепестки приклеиваем вокруг сердцевинок. Добавляем листочки, и получается вот такое красивое цветущее дерево.